Если кого интересуют цены в магазине оптовой продажи Костка, вот я им сейчас вам сейчас их назову. Значит, песто с базиликом $9.49. Фета, сыр, брынза $7.69, $2 скидка. Затем, значит, селедка в винном соусе $5.39. Сыр даблинер $10.90. Не знаю, сколько там по весу. Значит, мед 3 бутылочки $15.99. Зубная паста $15.49, 5 штук. И, по-моему, там $5.50 скидка. Ну ладно, значит, кимчи, капуста квашеная по-корейски, $8.99. Кофе, там 2 фунта в зернах, $16.99. Да, зубные щетки. Первоначальная цена $59.99, но скидка $10. Также на зубную пасту скидка $5.50. То есть первоначальная цена $15.49 минус 5.50. И авокадо 5 штук $10.99. Виски $18.99. Ну, на непродовольственные товары, я думаю, что на виски тоже. Налог на добавленную стоимость в Калифорнии 9,95%. Но примерно можно считать 10%. Но не указывают на ценниках стоимость товара с НДС. Ну, итого я купил всех товаров на $163.40. И налог 7,70. Итого $171.10. Ну, я не часто езжу в Костко. Ну, может быть, раз в месяц там кофе в основном покупаю.